Всем добрый вечер. Я очень рад, что вы все пришли в этот понедельник. Хотел бы сказать, что сегодня у нас будет очень интересный вечер с очень хорошими музыкантами. Будет у нас три проекта. Первый проект – это расширенный состав группы Critical Mass, в котором будут играть такие известные музыканты, как Алексей Круглов, Юрий Ильчук, Алексей Наджаров, Иракли Сандирадзе, Антон Пономарев. После же будет группа Годзе, собственно, в которой я играю. Кстати, если что, диски Годзе вы можете купить здесь за столиком, по специальной цене. И потом вечер закончит группа Goats Notes. То что, надеюсь, вам все очень понравится. А сейчас я пока буду вызывать на сцену группу Critical Mass супер экстра расширенным составом. Можем позвать их. Ребята! Алексей Круглов. Еремчук, Алексей Наджаров, Ираклий Сандирадзе и последний участник, но не менее Антон Пономарев. Очень рады оказаться на этой сцене вновь и, конечно, с большой радостью мы все поздравляем группу Годзе с их дебютным альбомом и желаем, чтобы этот дебютный альбом не оказался последним, но он и не окажется, конечно, последним. Ребята уже записывали новый альбом в культурном центре дома. Так что успехов и спасибо за вдохновение и всего самого хорошего. А мы сейчас сыграем структуру Ираклия Сандирадзе. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ансамбль, который называется Critical Mass. И лидером его является Ираклий Санадирадзе. Другой участник этого состава, этого дуэта Critical Mass, сейчас, к сожалению или к счастью, в Тбилиси, и он не смог приехать. Его зовут Гурам Мачавариани. Так что, ну, когда приедет, мы с ним тоже будем играть. Итак, гости ансамбля Critical Mass — это Алексей Нажаров, рояль, электроника, Антон Пономарев, баритон, саксофон. Меня зовут Алексей Круглов, а это Юрий Еремчук, саксофон. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Остались самые стойкие в зале. Мы сейчас начнем. Например, ты. Кстати, друзья, сегодня такой день особенный. Наша группа сегодня играет одновременно в разных точках Земли абсолютно. В Москве. В той точке она уже отыграла. И ориентировочно Осака, город в Японии. Осака, да. Там мы тоже сегодня играем. У нас как ласковый май вообще уже. Это не шутка. Ghost Notes, как ласковый май. Ласковый май здесь, Ghost Notes здесь, Ghost Notes там. Да. Да? Именно так. Да? Нет, так не надо.
Так, два. Сегодня всегда интересный состав. Два участника основного состава сегодня играли в Осаке. Да. А мы здесь с вами. Мы лузеры. Именно благодаря нас лузерский коллектив. Поэтому именно поэтому мы позвали к нам в гости Антона Голосова. Именно поэтому Гриша сбрил бороду. Я готовился долго. Антон. Это он, да. Антон. Антон. Все хорошо. Я сбоку. Я справа. Я справа. Еще правее. Еще правее. Еще. Вот я. Давайте проголосуем. Мне предлагают, чтобы я поцеловал другого мужчину в щечку. Кто за? Поднимите руки. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Меня в щечку. Кто против? Кто против? Никто не против, чувак, давай. В любом случае, этот день уже не потрачен для вас впустую. Ждем электронику. Так, мы начинаем. Антон, бас очень громко. По мере концерта будешь делать все тише и тише. Да? Мы верим. Мы сейчас проверим. Это группа Goat's Notes. Очень приятно видеть столь поздний час такое огромное количество публики в зале. Это спасибо вам большое, что нас дождались. Очень приятно, мы очень рады. И это место такое хорошее, и прям все так хорошо, и сейчас мы еще и поиграем. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Петр Талай, барабаны. И электроны. Большой гипертрофированный iPad. Илья Белков, тромбон. Андрей Бессонов, кларнет. Антон Колосов, бас. Меня зовут Григорий Сандомирский, все вместе это Gold Snows. Куда вы пошли? А что-то я еще поиграю. А, ему надо, простите. Thank you.
Thank you.
Сейчас есть предыдущий диск, который тоже очень прекрасный, очень хорош, очень прекрасен. Спасибо большое, спасибо клубу, спасибо вам, спасибо ребятам, спасибо Сергею Францевичу и группе Годзи и поздравления с выходом альбома. Спасибо. Все.